Внимание, финал. На помоста приглашаются Николай Андреев, Якутия, Рауль Валиев, Кабардино-Балкарская республика. Готовятся Махнев, Быков. Со счетом на помосте «Б» в поединке за третье место со счетом 2-0 победу одержал Виталий Сорокин, Пензенская область. Внимание, финал, помост «Б». Приглашаются Денис Федоров, Якутия, Айтал Антонов, Якутия. Итак, сейчас на обоих помостах идут финальные поединки. На помосте А мужчины 60 килограмм, помост Б 80+. На помосте А Рауль Валиев ходит вперед. Республика. И в углу мы видим бессменного тренера, руководителя, воспитателя, просто друга Витала Глубжева. На помосте «Б» 1-0 ведет Денис Федоров. Помост «Б» готовится Махнев, Быков. Один-один. На помосте остановится счет. Красный убирает хват. Один-один, и на помосте «Б» становится счет. Синий убирает хват. Thank you.
А Моста со счетом 2-1 победу одержал Николай Андреев, Республика Саха-Якутия. Финальный поединок.